Знаешь, до какого момента? Пока просто во время фарма не уснул. Уснуть за компом. За игрой. Сидя. На кресле. Я идрил. Это ужас. После этого больше не оплачивал, больше в эту игру не играл. Что за игра была? Спросишь ты. Называлась она Атлантика... Нет, не Атлантика. Это был Реквием. Реквием онлайн. Бля, я боюсь в портал наступать. Вдруг меня кинет куда-нибудь. Хер пойми куда. Как думаешь, наступить? Эх, блядь. Была не была. Где я? Это яма? Сюда, видимо, потом. Уснул на клаве. О, это золотые времена. Что происходит? Что происходит? Что это такое было сейчас? Это какая-то сложная хуйня была? Или что? О, вот эта машина пошла. Ты думаешь, они появятся? Не-не-не-не-не-не-не. Просто не давай им появиться. Нет. Просто нет. Нужен. Ну хорошо. У ебать! Тихо. Не дури, блять. Правильно, заходи, блядь. Так, ну ты там завязывай антивирус. Давай, не надо. Почему он не включает тихий режим, когда я запускаю Steam? Что это за бред? Они намекают мне, чтобы я заходил внутрь каждого этого квадратика и... О, блядь, конечно, ага. Окей. Окей. И чё? Всё? Теперь что-то произойдет? Нет? Нет? Или произойдет? Что вот здесь? А, ну то есть я в любом случае должен был их сагрить, чтобы они слезли с постаментов. Ну окей. Детка, сосуда жизни получена.
Наконец-то. Еще один. Как думаешь, это максимум? Мне что-то подсказывает, что нет. О, платформа заездила. Окей. Целый еще, блядь, слезай нахуй. Иди сюда. Сейчас въебу. Я ведь въебу тебе. Это на время? Ну. Да лол. Так и смысл. Непонятно. Блять, зачем нахуя сп... Блять, ну ты дурак что ли какой? Боже. Сука, все заново, да? Ебанутая эта игра. Вот я тебе вот, бля, буду. Ты такая дурная. Нахера такие вещи делать? Вот, серьезно. Я думал, там залезть можно. Я второй раз спрашиваю, что это за... Что это за комната такая? Я могу пройти, спасибо. Ключ не брали до сих пор. Ой, нелепость какая. Ой, нелепость какая. Пацаны, дайте зайду. Пошли нахер. До свидания. Ага, ага, да-да-да. Ой, блядь, зачем? Так, а чего ради мы тут горбимся? А. Ебать, опасно-то как? Ебать, опасно-то как? Сюда не надо. Тут два прохода. Один вправо, один вниз. Блять. Вот, да, это большой fuck you, короче, который игра показывает. О, блять. О, блять. Пиздец, 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 пиздец. Пошли нахер. Нет, просто нет. Причем умудрился все хп себе установить назад. Это куда меня приведет?
О боже, боже. Да, блядь, беги. Ну, я на крайняк потом вернусь, наверное, да? Магию немножко восстановлю себя. Я надеюсь, сейчас босса не будет никакого. Просто. Блять, да вы что, издеваетесь надо мной? Кто? Хорошо, хорошо, хорошо. Все, отстань. Отстань, да я уйду. Да хорош кидать боком-то, блядь, свои копии, алё. Ломать не буду. Не хочу с ними второй раз драться. О боже, вы уже готовы, да? Да что пас? А, не тоже что ваншотится с бомбами? Хорош. Хм. Неплохо. Окей. Какая душная локация. Блин, тут что, шипы кругом ебануться. Это что такое? Ты что, серьезно? Где я должен прыгнуть на тебя? Да я, ну, понаглею тебе. Не роняй меня! Ой, блядь, тихо, тихо, тихо. Ты, блядь, что? Можно я пройду? Можно? Блять, не зажимай меня. Ну, не надо. Сука, ебать, надамажила. Хитрить. Да ебаный стыд! Ты чё, блять, прыгнуть не можешь? Пиздос. Да какого хуя-то, блядь? Пиздос. Чего? Что, нельзя было сразу сделать? Я просто, ну, я вижу, что, блядь, тут перспектива порой бесит. Замок двойных рептилий. Идите в жопу, блядь. Еще тут у них двойные рептилии будут. Ну их нахуй. Одинарных-то достаточно. Чего это? Вы пьяны, что ли, алё? О боже.
Так, и чего? Там кнопка, надо до нее встать. Я допрыгну? Не знаю, что мне это дало. Возможно, мне это сейчас люлей даст. Но это не точно. Сука, куча статуй, значит, стоит, да? И сундук рядом. Нет? Ну ладно. О боже. Вы все живете? Скажите честно. О боже. О, блять, боже. Я боюсь двигаться. Этот, сука, копищик безумный, он, блядь, меня сейчас нахуй выследит. Окей, я не двигаюсь, отстаньте. Блядь, статуи респавнят их? Или чё? Пожалуйста. Я не хочу двигаться. Пойди сюда. Блядь. Да попади ты по нему. Все? Одна? Чего? Чего? Чего-чего? Не понял. Чего? Я что-то не понимаю. Что происходит? Окей. И чё? Ничего не понимаю. Бомбу кинуть? Я бомбу кину. Пускай это сделает так, чтобы статуи не оживали. И будет классно. Мы сломали статую. Зачем? Блять, не оживайте, пожалуйста, вы задолбали уже, ну. Подожди, дай-ка я как-то типа безопасней пройду. Хоп! Блять. Че мы сделали-то? Мы там что-то какой-то рубильник дернули, а че мне нам это дало-то? А, это, наверное, вот здесь что-то убрало все. О боже! Кто следующий? Да ты заебал! Да вы слышь, алё? Ну вот это что такое? Он ушел туда, блядь, и все? Он там теперь будет тусить, что ли? Слышь, чумачет, что Алиса, блядь, без прививок вообще? Ну-ка давай иди сюда. На, я могу вот здесь пройти. Окей.
Ядрить. Тупая локация. Просто дичь какая-то. Чего это? Что опять? Что опять? Игра. Я понимаю, что босс, да. Стена дала глубокую трещину. Замечательно. Ну ты, может, это кинешь туда что-то? Что-то не работает. Ебал. Это худшая локация, это просто пиздец полный. Я буду стоять здесь. Идите в жопу. Ебал. Да нахуй мне деньги-то сейчас, блядь. Мне выжить бы, блядь. Вот суют, блядь, деньги направо и налево. Сука. Я надеюсь, это что-то путное. Ключ. Ошубечительно, блядь, просто. Ладно, там сейчас будет... Там хилк. Да. Она работает? Работает. Было бы неплохо, если бы она еще ману устанавливала. Было бы вообще классно. Но нет. Нет. А где дверь? Подожди. Где дверь была? Дверь была по дороге назад? Спасибо. А это максимум, что ты делаешь? Ладно. Фу. Где дверь-то была? Я уже не помню. Хитрицкий просто. Ай, ну, где дверь была? Боже. Она прям далеко-далеко была, да? Я просто боюсь, я сейчас уйду. А дверь была где-то тут рядом. Не там. Потом всех этих дебилов опять придется бить. Да нет. Вроде здесь, блядь. Вроде... Нет, тут не вон туда. Туда не хочу, я туда боюсь падать. А чего вот с этим-то делать? Чё тебе надо? Сбрызни. Да, блядь, чё вдвоём-то вышли опять? Бля, вы заебали меня. Что справа был-то? Дави. Стоп, 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 стоп! Что тут было? Была просто кнопка. Окей.
Чё так сложно? Зачем так сложно? Я не понимаю. Знаешь, какие-то простые вещи, которые можно сделать, имея, ну, вот такую игру. И будет интересно. Нет, сука. Я буду на 16 часов растягивать геймплей. Не-не-не, ты что? О, вот это что? Ох ты, блядь. Восстанови ману, ёб твою! Алло. Сука, и босс. Конечно, блядь, босс. Ну и чё мне сейчас использовать эту херату? Блядь, босс! Ёбаный рот. Его глупые шаги в священные места приносят боль и страдания тысяч разбитых душ. Ебануться, блядь. И сломать статую нельзя. Охуйте мне. Ну это прям вообще, конечно. Феерия, блядь. Чего? Такой. Что ты делаешь? Ты что, лечишься, блядь, что ли? Он что, лечится, блядь? Он что, охуел? Игра, ты что, охуела? Ты делаешь босса, который лечится? Что с ним? Да ты заебал, завязывай. Бля, ну я, конечно, все понимаю, но это пиздец какой-то. То есть мало того, что этот говнюк лечится, так он еще, блядь, и своих друганов вызывает. Ты завязывай нахуй лечиться-то. Это что такое, блядь? Блядь, завязывай нахуй, игра. Все силки, блядь, срал. Блядь, игра, иди в жопу.
На нахуй. На нахуй. На нахуй, ублюдки. Получай, скотина. Эта игра называется Алундра. Привет. Хвостом. Хвостомакс, я не знаю. Это Алундра. Это продолжение Landstalker. Сеговской. На PS1. Все, стало кристально чистым. Ты спаситель Алундра.